Одним из первых фальшивого якутского миллионера раскрыл выходец из Кяхты Жамсо Ачиров. Сейчас он живет и работает в Израиле, увлекается пошивом одежды и путешествует. Но главное хобби Жамсо в последнее время – разоблачение сетевых мошенников. Его посты и сторис взорвали бурятский сегмент интернета. Как признается сам автор, его контент – самые свежие сплетни республики. Досталось от Жамсо и нескольким популярным бурятским блогерам. Сетевой разоблачитель обвинил их в сотрудничестве с финансовыми пирамидами, сомнительными онлайн-курсами и заграничными медицинскими препаратами. Кстати, этот паблик продолжает делать какие-то непонятные репосты той же нашей, которая продолжает благодаря вот этим перепостам, репостам ее фоток, ее истории с машины и так далее, продавать свои некачественные продукты в виде а вот это вот сожри. Блогер признается, что благодаря такому контенту он уберегает своих земляков от возможных неприятных ситуаций. Для того, чтобы раскрыть людям глаза и нести в массы правду, он создал специальный аккаунт. За короткое время на страницу подписалось более 10 тысяч человек.